Выехал в поля, четыре элемента. Так, давай, расскажи, кто ты и чё, и покрутись. Так, я Ульяна, радио 3, Щука Елена Харитон. На восточной окраине Запорожья, на четыре элемента, на холмике где-то 10 метров. Вот. Вот это в сторону Запорожья сейчас антенна. Ну и продолжай же рассказывать и крутись. Да, вот Запорожье получается. Сейчас поворачиваю на север. На север это Днепр. Теперь на восток, на восток. Вот это на восток. Теперь на юг. И снова возвращаюсь на вот так, на прерыв. О, нормально. А вот сейчас крутнись, я пока разговариваю с тобой, на восток. И реально давит. Причем так давит, что один кубик показывает. А ну крутнись. Вот выстройся по максимуму, вернее, по минимуму моего приема. И включись теперь. Тут сильнее, а вот тут как раз уже и шумок, вот тут где-то шумок, шумок, да? Да-да-да, вообще так прямо, вообще в шумы ушел. То есть работает она отлично у тебя, Жека. Да, ну я и немного тут от земли в руках держу, так что, может, я еще закрываю такое дело. Ну да, ну да. В общем, работает отлично, ролик выложу, подивися. Все, Евгений Харитон, РТ Щука, Щука Центр. Давай там продолжать. Ты не стесняйся, зови на 500. Народ же ленивый. И, а что ты не используешь дроп мобайл? Да, какой тут мобайл? Я тут рядом с домом. И тем более, я ж не с портативки. Да похер. Ну ладненько, все, давай, Жека. Так, я выключу.